В Беларуси опять подняли вопрос исключения зубра из Красной книги. Сегодня зубра нужно переводить в статус охотничьего животного и эксплуатировать это стадо. Такое предложение вынес экс-глава МВД, а ныне председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич. Напомню, что именно этот заядлый охотник в прошлом году назвал Красную книгу рудиментом и предложил исключить из нее медведя, рысь и зубра. Для меня охота вообще чуждое явление, потому что я не приемлю насилие в любых его проявлениях. Но чем же еще заниматься бывшему главе белорусского МВД, как не отстрелом беззащитных существ?